спектакль, который выдержал 500 представлений и до сих пор собирает залы. «Скамейка» Александра Гельмана в Театре Шевченко 29 января. Режиссер – народный артист Украины Валентин Шестопалов. На сцене замечательные и талантливые Михаил Жонин и Кристина Синельник. Парк, скамейка и на ней двое. Мужчина и женщина в поисках счастья. Легкий флирт, теплая беседа и душевное признание. Друг в друге они неожиданно найдут понимание и сочувствие. Но что будет, когда они поймут, что знакомы? Когда узнают друг друга? Спектакль «Скамейка» — это попытка непринужденной с юмором рассказать о серьезном. Спектакль идет на русском языке.